Всем привет, дорогие друзья, с вами Алекс и Дженнифер, и сегодня у нас вот такая постройка под названием «Черный шершень», которую прислал Антон Лиференко. Здрасте. Да, здрасте. Ну, здесь мы видим пулемет. Правда, он как-то висит очень на земле. Ну ладно. Так, здесь трастеры. И здесь тоже трастеры. Здесь у нас люк, по идее, должен открываться. Ну, в общем, выглядит это очень круто. А, люк я покажу. Сейчас, подожди. Ты встань да. За люком. Давай, показывай, как люк открывается. Только не прибей меня. Меня выкинуло из машины. Ой, из этого. Ну, блин. Кидает вообще жестко. Так. Вот так. Кнопка здесь на стене. По две пары кресел с двух сторон. Теперь сейчас будем секрет показывать. Будем секрет показывать? Да, давай. У тебя такие глаза ехидные здесь. Показывай. Хитрожопый товарищ. Опаньки! Дверка открывается. Вот сенсорная кнопка здесь стоит. А это что такое? Кресло дантиста? О, кстати. А-а-а! Да? Я, кажется, поняла, что это. Это пулемет, наверное, да? Думаю, да. Ну-ка, давай, сейчас я выйду. Попробуй там что-нибудь с ним сделать. Ой, здесь у нас отсек такой технический находится. Да. Контроллеров просто дофига. Сейчас, ну давай я посмотрю, что-нибудь сделать с этой пушкой попробую. Да, она вертится, посмотрите, еще давай что-нибудь. О, ну просто шикарно, вы посмотрите, как она вертится. Подожди, и крутится еще, вообще, крутится, как будто стреляет. Да. На самом деле здесь нужно не два пилота, как написал автор, а мне кажется, что три даже. Да, три человека здесь было бы самый раз, потому что как раз третий бы сидел за пулеметом, и два пилота. Ну окей. Так. Она сама, насколько я понимаю, закрывается. Ну ладно, давайте уже полетим. Видишь, сама закрывается. Да. Нет, можно мне попроще управление? Ты уверена, что оно проще? Ну давай. Да. Может, у меня здесь, никто правда не видит, две кнопки. Это мы сейчас покажем, какие. А у Алекса какие кнопки? А у меня, чтобы, скорее всего, вперед лететь. Я так думаю. Так. И радио еще, кстати, радио. Ну что ж, пробуем взлетать? Да, давай. А, это поворачивать. Окей. Полетели. Так. Есть вот посильнее. И остаемся. Так, это у меня открываются какие-то там бардачки. Да, да. Так, вперед-то мы полетим сегодня? Да, вперед мы сейчас полетим. Я только разберусь, как. Тогда я поворачивать могу. Так, полетели вперед. Немножко наклоним его. Ну, достаточно офигенно летит. Да, я считаю, шикарно просто летит. Так, давай повернем немножко. Во-во-во, да-да-да, отлично. А я вперед поддам. Так, и пониже чуть-чуть опуститься. Давай надо. Немножко снизимся. Ну я сейчас это вперед. Ну это вроде вертолета, наверное, хотя больше похоже на пассажирский самолет. Так, а ты можешь нос чуть поднять? Да. Вот. Смотрите, по-моему, это. Ой. Так, выше, выше, выше. Выше. Короче говоря, тут турбины на крыльях. Да. В двух режимах работают. Сейчас у нас работает слабый режим, более слабые турбины, вот мы их отключили, и включаются более сильные. Их меньше, но они... Поворачиваем, поворачиваем. Так. По-моему, сейчас мы не повернем, да, или повернем? Почему я поворачиваю? Так, нос наклоняем. Что-то ты не нос, по-моему, наклоняешь. Ай! А тут граница карты. Ай-яй-яй, сейчас мы потерпим крушение, да? Да, мы падаем. Как-то мы падаем, если у меня турбина включена. Ой, залагало, ребята. Ой, да, с лагами, конечно, в этой игре. Так, ну лагает что-то. Я, честно говоря, не понимаю, мы упали или еще нет? Мы зависли на краю карты.
Так, давайте упадем благополучно. Мы упали? Ай, ай. Падай, падай, падай. Пусть падает. А, все, я еще. Ну все, мы упали и... Во, мы прекрасно. Мы сели, мы не упали. А что это с пушкой? Пушкой-то. Что с пушкой-то случилось, а? Она спряталась в домик. Ладно, давай поднимем его. Нет, сейчас я вылезу. Сейчас попытка номер два будет лететь. Так. Давайте мы его поставим от этого края продальше, чтобы... Чтобы опять туда не врезаться и не залагало. Во. А, меня придавило, да? Во. Отлично. Так, забираемся. Модный сенсор здесь. Честно говоря, про сенсор мы догадались. Ладно, лично я догадалась не сразу. Ну да, я случайно увидел. Окей, ну давай, попытка номер два. 3, 2, 1, полетели. Вот это зачем? Может это типа крылышки такие? Крылышки, чтобы... да. А там, чтобы... там двигатели. А, да, так, это нас назад наклоняет. Там двигатели, это я думаю просто их чисто смотреть. Ну управление удобное, кстати, более-менее. Да, для такой-то, кстати, хорошо. Для такой-то игры. Так, закрыли люк, полетели выше. Что-то его, правда, косит немножко в бок как-то. Это мы. Может это мы? Чего-то не понимаем. Так, так, выше. Ну не настолько выше-то. Ой. Сейчас все будет. Можешь поднять? Сейчас все будет. Отлично. Ну. Чё ж его так ведёт-то? Не совсем отлично, но. Но мы полетели. О, смотри, смотри, смотри. Так. Во-во-во, выравниваемся. Давай, давай, давай. Ну. Чё? Постараемся еще выровняться, давай. Ну, в принципе, очень даже неплохо летает. Да, да, вполне летабельно, я бы сказала. Ну что, будем приземляться? Да, давай только в этот раз мы нормально приземлились. Приземлимся как надо. Ну, да куда же мы... На скалу, да, нормально будет. Ну, вообще отлично. Вообще у меня мы садились... Пузом вверх. Ты знаешь, у меня мы садились немножко в другую сторону вообще. Ну ладно, что же, наша оценка вот постройки-то какая? Да. Какая? Ой, я поставила бы, наверное, 9. Потому что, ну, честно говоря, он настолько хорошо летает, что, мне кажется, в такой игре довольно сложно сделать что-то реально круто летающее. Ну да, я лучше, на самом деле, пока еще ничего не видел. Ну, главный минус, наверное, всей этой игры, это дичайшие лаги просто, когда кто-то ездишь, летишь. Просто ужас. Но да. Это не к создателю, естественно, летательного аппарата, это к создателям игры вопрос. Ну что ж, с вами были Алекс и Дженнифер, постройка «Черный шершень». Надеюсь, вам понравилось. Подписываемся, оставляем комментарии, вступаем в нашу группу ВКонтакте. И не забываем про лайки, ну или дизлайки. Ну, всем давай. Пока. Пока.